Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Прицепила таблеточку спирулины. Кто самый большой любитель спирулины в аквариуме? Сразу видно, кто. Все пицилии в сборе. Гелинохейлус. Конечно же, вишневые барбусы. Самочка гуппи и самец тут же. Ну, это еще анцеструс не видел. Вот такой ажиотаж. Ну, любят они такую подкормку. А вот остальные вокруг плавают, но как бы есть не кидаются. Серегоплех тоже пока в стороне где-то. В принципе, и он, и анцеструс наелись огурца. Я им давала сегодня. Вот остается вот такое вот колечко от огурца. Интернации даже и не пробуют. Это интересно. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.